что такое тагут? Что такое тагут? И дальше автор разъясняет, что такое тагут теперь. Хорошо. Сторонитесь тагута. Определений тагута много. Много. Но лучшее из определений. Лучшее из определений, что такое тагут? Определение, которое автор здесь приводит в трех основах, со ссылкой на кого? На второго шейхуль-ислама. Второй шейхуль-ислам – это ученик шейхуль-ислама Тэймия. Кто? Ибн-уль-Кайим, рахималлаху та'аля. Ибн-уль-Кайим, он дает определение, что такое тагут. Не сам, конечно, он черпает откуда? Из знаний предшественников. «Ма таджаваза бихи л'абду хаддаху мин ма'буд, ау матбу', ау мута'». Тагут – это все, все, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в вопросе поклонения, следования и подчинения. То есть в поклонении Аллах установил границы. В следовании тебя Аллах установил что? Границы. В чем? В подчинении та Аллах установил границы. Если раб переходит границы вот, в поклонении, в следовании, в подчинении, переходит границы в отношении кого-то или чего-то, то вот это, в отношении чего он перешел эти границы, это что? Это тагут. Понятно? Это уже называется тагут. Это из лучших определений. Широкое совокупное понятие тагут, которое охватывает собой все, в отношении чего человек переходит установленную, дозволенную для него черту, границу. Будь то объект поклонения. Например, камни, деревья. Хорошо? Тагут. Или объект следования, ученые зла. Ученые зла. Или объект подчинения, какие-то правители, которые вышли из покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек перешел границу, внимательно, это очень важный вопрос сейчас. Если человек перешел границу, во-первых, в чем? В поклонении. Стал поклоняться камням, деревьям, могилам и так далее, то он сделал вот это, эти камни, эти деревья, эти могилы, сделал своим чем? Тагутом. В отношении этого он перешел границу, установленную Аллахом в поклонении. Если теперь, например, перешел границу в отношении ученых, стал следовать за ними наперекор установлениям Аллаха Субхана ва Тааля, наперекор пути Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, подчиняться этим ученым, подчиняться этим шейхам, ослушиваясь Аллаха Субхана ва Тааля, следуя за ними, отвергая установление Аллаха Субхана ва Тааля, путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, он сделал этих ученых кем для себя? Да, эти объекты следования, за кем он следует, он сделал их тагутами. Потому что нет покорности творению путем ослушания Творца. Хорошо? Дальше, если переходит, например, грань в отношении правителей или царей каких-то и прочих, и подчиняется им в грехе, в ослушании Аллаха Субхану Тааля, тоже сделал их тагутами. В каком здесь вопросе? В вопросе подчинения. Понятно? Человек делает себе их тагутами. И автор поэтому говорит дальше, посмотрите, он говорит, Аллах предписал всем своим рабам проявлять неверие в тагута и веровать в Аллаха. Куфр бит тагут валь иману билля. Упоминает прежде что? Неверие в тагута. Хорошо, прежде вера в Аллах Субхану ва Тааля. Упоминает что? Неверие в тагута. В этом состоит смысл ля иляха илляллах. Потому что ля иляха илляллах состоит из отрицания и утверждения. Отрицание – это проявить неверие. Сначала, ля иляха илляллах, что такое ля иляха илляллах? Проявить неверие во все, чему поклоняются, помимо Аллаха Субхана ва Тааля. Потом что? Проявить веру, признать поклонение одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля, у которого нет сотоварищей. То есть свидетельство таухида, оно должно непременно, обязательно включать в себя отрицание и утверждение. Отрицание чего? Всех, кому поклоняется помимо Аллаха, утверждение поклонения Аллаху. Свидетельство таухида ля иляха илляллах обязательно должно включать неверие и веру. Неверие во что? В тагута. Во все, чему поклоняется помимо Аллаха Субхану ва Тааля. И веру в Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? И вот поэтому Ибраим алейхиссалам, он сказал эти слова. Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Инна ни бара мимма та'буду. Я отрекаюсь от того,
кому вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал. Хорошо? Кроме того, который меня создал. Так Аллах Субхану ва Тааля, Он что возложил на человека? Возложил на человека отречься от тагута, не верить в него, а после этого верить в Аллах Субхану ва Тааля. Если, внимательно, если какой-то человек, он вот говорит «Ля Иляха Илляллах», но если он испытывает сомнения в том, что нужно отвергнуть тагута, сомнения, что нужно не верить в тагута, или вообще воздерживается как-то, воздерживается от позиции, воздерживается от суждения здесь, колеблется как-то, или говорит, ну не знаю, ничего не буду говорить по этому вопросу, отречение от тагута, не буду ничего, от лжебогов. Вот тот, кто сомневается в необходимости не верить в тагута, или колеблется как-то, такой человек не муваххид, не единобожник, не является единобожником. Что, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это очень четкий принцип. Посмотрите, хадис приводится в сахихе Муслима, этот хадис, в нем принцип важный. «Ман каля ля илляха илляллах, ва кафара бима юабаду мин дуни Аллах, харама малюху ва дамуху, ва хисабу аля Аллах». Кто скажет «Ля илляха илляллах», ну скажет, уверовав сердцем, да, и заявив языком. «Ля илляха илляллах», и сюда же, конечно, входит тоже и Мухаммаду Расулуллах. Достаточно это? Точка? Нет. А дальше? «И отречется от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом». То есть проявит неверие во все это. Это обязательное условие. Видите, называть пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Вот его имущество, его кровь становятся неприкосновенными, а расчет с ними у Аллаха. Расчет с ним у Аллаха, говорит пророк алейхи ва саллям. Понятно? Еще раз, отречение от тагута, неверие в тагута, отречение от всего, чему поклоняется помимо Аллаха Субхану ва Тааля, это условие. Без него нет таухида, нет ля илляха илляллах. Инна ни барау мимма тахбудун илля лязи фатарани. Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, который меня сотворил. Это принцип, изложенный в Коране, слова Ибрагима, о которых нам сообщает Всевышний. Далее автор говорит внимательно. Тагута очень важный вопрос. Потом сосредоточьтесь. Наберитесь терпения. Автор говорит, посмотрите, читайте, таутов много, читайте. Таутов много, но основными являются 5. Да, тавагид касирун, таутов много, но основных 5. И автор приводит примеры таутов. Упоминает главных из таутов, для чего, чтобы мы знали о них, чтобы мы сторонились этих таутов. Потому что ты должен знать, чего ты должен сторониться, и отречение от чего условия вообще таухида и имана. Первый. Иблис, проклятый Аллахом. Иблис, проклятый Аллахом. Иблис, ля-на-гу-ллах. Ля-на-гу-ллах, внимательно, можно перевести как «да проклянет его Аллах», а можно перевести как констатацию факта «проклятый Аллахом». Что имеет в виду автор? Как правильно? Внимательно. Сообщать о том, что Аллах проклял Иблиса, это правильно. Но проклинать самим Иблиса, ругать, проклинать не надо. Хорошо? Мы сообщаем, да, мы говорим, что Всевышний Аллах проклял Иблиса. Что значит проклял? То есть изгнал его от своей милости, отдалил его от своей милости. Но сами мы не занимаемся произнесением и проклятием в адрес Иблиса. Почему? Потому что от этого мы не получаем пользы никакой. Нам приказано что делать. Мы что должны делать? Мы должны просить у Аллаха, Субхану ва Тааля, защиты от Иблиса. Прибегать к Аллаху за защиты от Иблиса. Да, мы говорим «Аузу билляхи мина шайтана раджим». Прибегаю к Аллаху от шайтана прогоняемого. А Иблис, как сообщается в хадисе, наоборот, если человек начинает ругать его, проклинать, наоборот, он возвеличивается, становится больше, он начинает гордиться. Поэтому что надо делать? Проклинать его надо или что надо делать? Или что надо делать? Не проклинать, а произносить, прибегаю к Аллаху от него. Аузу билляхи мин. Аузу билляхи мин шайтана раджим. Иблис один из главных тагутов, от которого надо отречься. Дальше. Второй. Тот, кому поклоняются, и он доволен этим. Тот, кому поклоняются, и он доволен этим. Ман убида ва хуа рады. Второй вид тагута. Пример этого. Пример этого. То есть вообще здесь речь идет о человеке, который не порицает, когда ему посвящают какое-то поклонение. Он не порицает. Это тагут уже. Это человек тагут. Например, один человек приветствует другого человека.
Салам ему дает. И когда приветствует его, кланяется ему. Кланяется. Наклоняется. Салам алейкум. Хорошо. Руку простал и наклонился вот так. А тот человек молчит, которому он поклонился, молчит, не порицает его. Нет никакого сомнения, что в данном случае он является таутом. Он является таутом. Потому что на самом деле он должен порицать это, потому что руку, суджуд, поклоны, они могут совершаться только ради кого? Только ради Аллаха. Это ибада, это поклонение. Посмотрите, к пророку, саллаллам, самому великому и чистому из людей, пришел человек, говорит, маша Аллаху вашит. Это то, что пожелал Аллах и ты, то есть Мухаммад, саллаллам, и ты. Пророк, саллаллам, что сказал ему? Аджальтани лилляхи нидда. Ты что, меня приравнял к Аллаху? Пожелал Аллах и ты через союз. И, хорошо, приравнял меня к Аллаху. Бальмаша Аллаху вахда. Следует говорить то, что пожелал один Аллах. Все. То, что пожелал один Аллах. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда его, казалось бы, это небольшой ширк был, да, но тот человек, конечно, он, который говорит эти слова, не имел в виду, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, его воля такая же, как воля Аллаха субхана ва тааля. Нет. Но само вот это приравнивание в этом контексте пророк саллаллаху алейхи ва саллям как возмутило. Да, таковы пророки. Что они не хотят, чтобы им поклонялись, помимо Аллаха субхана ва тааля. Не хотят, чтобы их сделали тагутами. Поэтому ни один человек, никто не должен стать тем, кому посвящается какое-то поклонение. Если удовольствовался этим, что ему посвящается какой-то вид поклонения, то он уже тагут. Несомненно, он тагут. Если к тебе кто-то подходит, и желая выразить тебе свое почтение, свое уважение, делает что-то, что делается только в отношении Аллаха субханаху ва тааля, и ты при этом не выражаешь порицания, то ты тагут. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит про Ису. Про Ису, алейхиссалам. «Изкаля Аллаху, я Иса бна Марьям, а анта культа линнаси тахизуни ва уммия илахейни мин дуни Аллах?» Он сказал Аллах, «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, возьмите меня и мать мою богами двумя наряду с Аллахом?» То есть объектным поклонникам поклоняются. Иля. Наряду с Аллахом. Каля субхана кама якуну ли анакула ма лейса ли бихак. Ин кунту культуху факад алимта. Аиса отвечает, пречистый субхана, пречистый, пречистый от этого, от ширка. Пречистый. Как я мог сказать то, на что не имею права? Если бы я сказал это, ты бы знал об этом. Это Аиса отвечает Аллах субхана ва тааля. Пречистый субханак, от того, что были у тебя какие-то сотоварищи, имеющие право на поклонение наряду с тобой. Как я мог сказать то, на что не имею никакого права? Иса, говоря субханак, провозглашает, что отдаленность Аллаха субхану ва тааля, отдаляет Аллаха субхану ва тааля от наличия у него каких-то сотоварищей в поклонении. Иса заявляет, что нет у него никакого права. Никакого права претендовать на что-либо поклонение. У него самого нет никакого права на поклонение ему. Иса говорит, «Инкунту культу факадалим», то если бы я это сказал, ты бы знал. Это действительно, разве Аллах субхану тааля не знает, что Иса не говорил людям, возьмите меня Богом, или мать мою возьмите Богом, которую вы просите о заступничестве, говорите, Богородица, заступись, помоги и так далее. Разве Аллах субхану ва тааля не знает, что Иса не говорил это, что Иса не призывал людей сделать его Богом? Но Аллах субхану ва тааля хочет. Почему в судный день скажет это Аллах субхану ва тааля? Ты сказал людям, возьми меня и мать мою богами, помимо Аллаха. Аллах хочет, чтобы Иса заявил о своей непричастности к тем, кто это сделал. О своем отречении от них. Чтобы выразил свою неприязнь к поклонению ему наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Заявил об этом. Но это очень важно. Посмотрите, как боялись этого пророки. И ты, если к тебе кто-то подходит и уделяет тебе какие-то знаки внимания, которые являются поклонением, на самом деле, которые можешь посвящаться только Аллаху Субхану ва Тааля, и ты при этом не порицаешь, при этом ты доволен и спокоен, может быть, тебе даже нравится это, алиязу билля. От Иса Аллах Субхану ва Тааля хочет этого
провозглашение отречения от этих вещей. Почему ты не отрекаешься от этих вещей? Это очень важный аспект данного вопроса на самом деле. Очень важный аспект. Тот, кому поклоняется, он при этом доволен. Хорошо? Тагут, да, Иса алейхиссалям поклоняются люди, поклоняются, но Иса алейхиссалям не тагут. Потому что Иса алейхиссалям, что сказал им? Я говорил людям только что, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Третий вид тагута. Тот, кто призывает людей к поклонению ему. Тот, кто призывает людей к поклонению, в том случае не призывал к поклонению себе. Поклонились ему, просто удоволен этим. А здесь он призывает поклонение. Пример этого, конечно, классический, это кто? Фараон. Фараон. Фараон, который что заявил? «Ма алимту лаку мин илахин гайри». «Не знаю для вас Бога иного, кроме меня». Кроме себя, не знаю для вас иного Бога. Субханаллах. Четвертый. Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного. Тот, кто заявляет о знании чего-либо из «Ильмуль Гаиб», из сокровенного. То есть всякий, кто говорит, что у него есть знание о сокровенном, о будущем, «Ильмуль Гаиб», знает, например, наступление судного часа, когда будет судный день, или он претендует на то, что он получает откровение с небес после прихода Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям уже. Такой человек является лжецом и является неверующим, мы говорили. Такой человек является тагутом. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кулля я'ля ма фис самавати валь арди аль-гайба илля Аллах». И скажи, о Мухаммад, никто на небесах и на земле не знает аль-гайба, сокровенного, кроме Аллаха. Это четвертый вид таута. Пятый. Тот, кто выносит решение не на основании того, что не спасал Аллах. Тот, кто выносит решение, ман хакама би гайри ма анзаля Аллах. Выносит решение, хукмы не на основании того, что не спаслал Аллах. Если кто-то выносит решение, внимательно, не в соответствии с тем, не в соответствии с тем, что не спаслал Всевышний Аллах в Коране или в Сунне, является он тагутом или нет? Является он неверующим или нет? Это очень важный вопрос на самом деле. Внимательно. Тот, кто выносит решение не в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, и при этом у него есть убеждение и этикад. Внимательно, это очень важный вопрос и сложный вопрос, который не понимают многие люди. При этом у него есть убеждение и этикад в сердце, что решения Аллаха Субхану ва Тааля, хукмы, установления Аллаха, они неправильные, или они неподходящие, или неподходящие для нашего времени, нашей эпохи, или что суждения или решения других, не Аллаха, суждения тагутов или суждения решения законов, которые люди сами придумывают, что они подобны решениям Аллаха Субхану ва Тааля, или они даже лучше, чем решение Аллаха Субхану ва Тааля, имеет такие убеждения, такой человек является неверующим. Понятно? Неверующим. И его неверие, оно большое неверие. Большой куфр, который выводит человека из ислама вообще. Все. Выводит человека из ислама. Итак, который выносит решение, не соответствующее решениям, установлениям Аллаха, Субхану ва Тааля, при этом что у него есть? Убеждение. Какое убеждение? Какое убеждение? Что решения Аллаха неподходящие или неправильные, или суждения решения других, или законы, придуманные людьми, они что? Такие же, как законы Аллаха, решения Аллаха, или лучше даже. Более подходящий, лучше. Или да, не лучше, но можно, дозволено. Это будет что? Это куфр. Какой куфр? Малый куфр? Нет, это будет большой куфр. Понятно или нет? Это первая группа, вот тех, которые выносят решение не в соответствии с тем, что не спаслал Аллах. Вторая группа теперь, кто это? Это те, которые убеждены, внимательно, у них есть акида и атикад, убеждены, что да, нужно следовать решениям, установлениям Аллаха, да. Что законоположения, решения Аллаха, несомненно, они лучше всех других, они полезнее для рабов, самые подходящие для рабов, для стран. У него это убеждение. Какое убеждение? Что да, надо следовать за установлением Аллаха, положениями Аллаха, Субхана ва Тааля. Его решения, что его решения, они правильные, что они самые мудрые, самые подходящие для рабов, для людей, для стран. Но при этом он
берет и принимает решение не потому, что ниспослал Аллах Субхану Тааля, а дает предпочтение каким-то суждениям другим, решениям другим, решениям тагутов или законов, которые люди придумали сами в противовес установлениям Аллаха Субхану Тааля. То есть сам имеет убеждения какие? Правильные. Но взял и принял решение не потому, что ниспослал Аллах Субхану Тааля, не на основе этого. Из-за чего? Не потому, что у него убеждения неправильные, а из-за какой-то мирской выгоды. Какая-то мирская выгода прокралась. Пристрастие души какое-то. Или любовь к власти, может быть. Любовь к власти. Или желание иметь должность, или сохранить должность, или получить какие-то деньги и так далее. Или отомстить кому-то за что-то. То есть страсть какая-то примешалась. Хорошо? То это что? Это куфр тоже. Но это малый куфр. Когда мы говорим малый куфр, не значит, что это что-то не страшное. Это тоже очень страшно, конечно. Да, это великий грех. Но это не тот куфр, который выводит человека из ислама. Малый куфр и большой куфр чем отличаются друг от друга? Большой – тот, который выводит человека из ислама. Это куфр, дуна куфр. Этот куфр меньше чего? Куфра того, большого куфра, который человек выводит из ислама. То есть это неверие, но не доходящее до большого неверия. Это нечестие, фиск по-арабски называется. Это человек кто? Фасик, нечестивец. То есть он принимает решение, да, не потому, что не спасал Аллах. Может быть, на основании этих законов, которые люди придумали и так далее. Но при этом, что им движет? Это мирская выгода, или какое-то пристрастие такое мирское, или желание власти, или должность. При этом, конечно, если спросишь его и убеждение, он убежден, да, что решение Аллаха Субхану Тааля, суждение Аллаха, они правильные, они подходящие, они лучшие, они самые мудрые, нужно их придерживаться. То это фиск. И многие правители сегодня, пусть Аллах Субхану Тааля наставит нас и их на прямой путь, это их положение таково у многих. Дальше, внимательно. Получается, мы сейчас с вами два вида, да, разобрали кого? Те, которые выносят решение, потому что их спасал Аллах. Первый вид, кто они? Неверующие, вышедшие из ислама. Второй вид, кто? Фасики, нечестивцы, совершающие большой грех, малый куфр. Третье, если теперь тот, который выносит решение, не на основе того, что их спасал Аллах, внимательно, его решение расходится с тем решением, которое Аллах, Субхану Тааля, не спасал. Если этим своим решением, не соответствующим решению Аллаха Субхану Тааля, он попирает чьи-то права, права каких-то людей, то помимо прочего, он еще становится кем? Залимом. То есть к нему присоединяется какое качество? Валим, то есть притеснитель. Он залим. Потому что он не просто принял решение, потому что из посла Аллаха, он еще кого-то из людей тем самым притеснил. Понятно? Он залим. Это третья группа. Четвертая разновидность – джахиль. Джахиль, то есть тот, который выносит решение, соответствующее тому, что не спасал Аллах, из-за своего незнания. Что в этом случае мы скажем внимательно? Скажем, вот эти вот джахили, принимающие решение на основе того, что не спасал Аллах, да? Они двух видов бывают. Если невежество этого человека, оно является следствием его пренебрежения знанием. То есть он пренебрегает знанием. Его нерадивости. У него есть возможность узнать истину, изучить истину. Но он ее не изучает, не узнает. В таком случае это невежество не является уважительной причиной, не является оправданием. Понятно или нет? Какой-то джагиль проявляет пренебрежение, проявляет нерадивость, легковесность. При наличии возможности узнать, при наличии этой возможности узнать, как правильно, этот джагль, это невежество не является уважительной причиной. Если человек не был небрежен, он не был нерадив, или у него не было возможности узнать, да не было условий для обучения этой истине, то в таком случае его невежество, оно будет уважительной причиной. Оно будет служить оправданием. Но подробности этого вопроса, аль-хукм бигайри ма анзаля Аллах, суждение не на основе того, что не спасал Аллах, это мы будем изучать, иншаллаху та'аля, когда будем проходить книгу Китаб-ат-Таухид. Итак, автор в этом разделе заключения, о чем говорит? О тагутах и о пяти видах тагута. Говорит, что все пророки, они призывали, что? И Аллах, Субхану, приказывал всем людям отречься от тагута, от лже-богов,
и уверовать в Аллаха, и приводит довод потом. Приводит довод на это из суры Аль-Бакара, аят, который идет сразу после аят-аль-Курси в Коране. «Ля икраха фиддин, хаттавейна рушду миналгай». «Нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения». «Фаман якфур биттагут, ва юмин билля, факад истамсака бильурвати аль-вусқа, ля анфисама лаха, валлаху самиун алим». «Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сокрушится, Аллах, он слышащий, знающий». И автор говорит, смотрите, опять в каждом разе, и в заключении здесь, и в самом конце опять о чем? О ля иляха илляллах, о таухиде. Что означает ля иляха илляллах? Он говорит, в этом и заключается смысл свидетельства ля иляха илляллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Свидетельство таухида. Оно обязательно должно содержать в себе отрицание и утверждение. Отрицание чего? Лжебогов. Утверждение чего? Поклонение Аллаху. Оно обязательно должно содержать в себе куфр и иман. Куфр во что? Тагута. Иман в единого Аллаха, субхану ва та'аля. «Инна ни барау мимма та'будун, илля лази фатарани». «Я отрекаюсь от того, от всего того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто меня создал». И потом автор говорит... Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Начало этого дела – религии, ислам, столб его – намаз, а его вершина – джихад на пути Аллаха». То есть заканчивает он свой труд, благословенный труд, хадисом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ра'суль амриль ислам» – начало или голова этого дела. Какого этого дела? Это религии. Что является его головой? Ислам. Ислам. «Ва амудуху ссала» – столпом его является намаз, опорой. «Ва зирвату санамихи аль-джихаду фи сабилилля» – а вершина его горба является, джихад на пути Аллаха. Он заключает свою книгу этим хадисом пророка, алейхиссалату вассалям. Это заключение вот этим вот хадисом очень уместное. Почему? Потому что автор нам в этой книге разъяснил что? Разъяснил нам, по сути, что такое есть ислам. Помните, ислам, аль-ислам, что? Бистислам лилля бит таухид. Это предание себя Аллаху посредством таухида. Валинкияду лаху бит таи. Подчинение Аллаху субхану ва тааля. Повиновение ему через подчинение. Вальбарату мина ширк. Ва ахли. Отречение от ширка. Людей ширка. Он объяснил ислам, и объяснил в этой книге, что? Что ислам имеет три ступени, разъяснил эти три ступени. Поэтому окончание книги вот этим, вот, это очень уместно, этим хадисом. Ра'суль амра лислам, то есть голова всего, голова этого дела, лислам. Пророк Саусалим как бы сравнивает в этом хадисе религию с верховым животным, хорошо? Со скакуном, с верховым животным, с верблюдом. Голова. То есть, когда животное входит, первое, что входит? Голова его, правильно, верблюда? Голова первая. И человек, когда входит, хочет войти в это, на путь спасения, первое, что у него должно быть? Ислам. Он должен войти в ислам, то есть, предаться Аллаху Субхану Та'аля через тавхид. И подчиняться Аллаху Субхану Та'аля, и отречься от ширка и людей ширка. Верно? Так можно только войти на этот путь, встать. Без этой головы может существовать организм? Нет, не будет. Что там дальше не делай? Намаз, это джихад, это азан, это что угодно. Делай после этого. Невозможно без головы, не живет тело без головы. Поэтому расуль амры, что? Голова этого дела, это что? Ислам, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Если отрезать голову, тело погибнет. Потом говорит, ва амуду ус-сала. Столб его, опорой его является намаз. Потому что мы говорили с вами, человек теперь, когда он вошел в ислам, он должен теперь подчиняться, вошел в таухид, должен подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля, выполнять деяния, а главным из деяний является что? Намаз. Главным из деяний является намаз, он опора, как вот эти ноги, на которых стоит животное, опоры, да, на котором стоит этот верблюд, на котором он опирается. Намаз. Опора здания, если не будет опоры, если разрушится опора колонной, что будет со зданием? Оно развалится. Оно развалится. На это опирается. Поэтому, если человек оставляет намаз,
то человек впадает в неверие. Большое это неверие или малое неверие, Аллаху алям, есть разногласия среди уляма в этом вопросе. Намаз очень и очень важен. Если колонны или столпы рушатся, рушатся здания. Далее, верхушка горба теперь этого верблюда. Сравнивает религию, да, с этим верблюдом прекрасным. Верхушка горба его, это сказано джихад фи сабилиллях. Джихад на пути Аллаха субхана ва тааля. Почему? Потому что он явен. Он явное поклонение Аллаха субхана ва тааля. Явный. Как верхушка горба у верблюда, когда ты смотришь, первое, что ты видишь там, то возвышается, если он издалека идет, что возвышается? Возвышается верхушка, правильно, горба. То есть он явен так же, как явно верхушка. Посредством него религия становится явной, потому что предназначение каково у этого поклонения? Какое? Возвышать слово Аллаха субхана ва тааля, делать его явным. То есть религия становится явным, явной. И во многих землях, куда приходил ислам, первое, что издалека показывалось, что оно, как верхушка горба, хорошо, показывалось вот это поклонение, являлось, что из этой религии, из этого животного, первое, что показывалось, это было это. Задуль Маат, замечательная книга Ибн-Каима, он упоминает четыре вида джихада. Четыре вида джихада, которых нужно знать. Первое, это джихад собственной душой. Хорошо, джихаду нафс. Джихад со своим нафсом. В какой суре в Коране, во многих сурах, конечно, но из тех сур, которые мы проходили, когда изучали три основы, в ней разъяснен этот джихад. Джихад с нафсом. Мы там говорили. Мы говорили там про это. Это сура Аль-Аср. Вал-Аср инна линсана лифи хуср. Илля ладзина аману амилю ссалихати ва тавасау биль-хаки ва тавасау бис-сабр. Знание, деяние, призыв, терпение. На пути знания, деяния, призыва. Вот это джихад с нафсом. Этот джихад, он первый. Он первый, братья. С этого начинают. Прежде чем бороться с кем-то, прежде чем бороться с неверующими, ты сначала борись с собой. Ты должен бороться с самим собой. Ты должен вести джихад со своей душой, со своим нафсом. В отношении чего ты должен бороться с ним? За что? Знание. Знание. Посмотрите, когда мы начинали изучать три основы, сколько было людей, сколько сейчас. Яхи, потому что это знание, это джихад. Мы говорили, из важнейших видов джихада. Он требует борьбы с нафсом. Потому что нафс зовет тебя зарабатывать деньги, или зовет тебя развлекаться, или еще к чему-то зовет. Делать джихад с этим нафсом, чтобы получить это знание. Узнать. Дальше, хорошо узнал, теперь нужно джихад вести с нафсом, чтобы это знание не просто осталось знанием, а его надо теперь притворить в деяния. Илля ладзина аману ва амилю ссалихат. Дальше, хорошо, ты, машаллах, узнал, ты стал делать сам, но теперь же тебе нужно призывать людей к этому. Дава, и это тоже джихад, чтобы вести дава, потому что вести призыв, правильный призыв, искренний призыв, это очень непросто. Пусть Аллах Субхану Тааля поможет нам, даст тауфик, помощь свою. Дальше проявлять сабр на всех этих этапах. Чтобы быть терпеливым и иметь сабр, это великий джихад. Это очень важный джихад. Так на пути знания, деяния, призыва и сабра. Это что? Это есть джихад с нафсом. Это первый вид джихада. И это муджахид. Этот человек муджахид. Хорошо? С этого все начинается вообще. Второй вид джихада – джихад с шайтаном. Джихад с сатаной, с дьяволом. Мы говорим «Аузу билляхи мина шайтана раджим». Прибегаем к Аллаху от шайтана раджим. Раджим, то есть побиваемого камнями или прогоняемого. Да, прогоняемого. Но раджим не только имеет значение прогоняемый. Раджим может быть понято как… имеет смысл также раджим, говорят некоторые уляма. Раджим, то есть наоборот тот, который бьет. Шайтан назван так раджим, потому что, или раджим, потому что он бьет. Ярджуму бьет. Он бьет человека с двух сторон. С двух сторон бьет человека. Со стороны греховных страстей. Это называется по-арабски шахават. Страсти, плотские страсти, греховные. Шахават. И бьет со стороны... Шубухат. Шубухат – это разные заблуждения, отклонения в убеждениях, сомнения. Это шубухат. С двух сторон.
Иногда смотрит человек, машаллах, и молится он, и от прелюбодеяния он сторонится, и запретные деньги он не зарабатывает, отказывается, да ищет халяльные деньги. То есть шахават, здесь он что? Может сопротивляться. Но, субханаллах, смотришь, у него заблуждение в акиде, в вопросе таухида и ширка, в вопросе манхаджа, и там, и тут. То есть у него проблема где? Со стороны какой ударил шейтан? Со стороны шубуат. Со стороны шубуат. Со стороны вот этих вот заблуждений, сомнений, отклонений в представлении. Так вот, шахават, вот эти греховные страсти, они представлены грехами, либо большими, либо малыми. Шахават, таким образом, что это такое? Это большие и малые грехи, касающиеся плотских страстей, или алчности, денег, или еще чего-то. Большие и малые грехи. Понятно? А шубугат теперь, вот эти сомнения и заблуждения, они чем представлены? Там кабайр васагайр, большие и малые грехи. А здесь что? Здесь бидаты и ширк. Понятно? Нововведение или многобожие. А многобожие, в свою очередь, может быть чем? Большим и малым. Но когда ты ведешь джихад с шейтаном, ты ведешь джихад против чего? Против вот этих двух вещей. Да, двух сторон, с которых он бьет тебя. Против чего? Шахават. Страстей. Это значит, ты борешься с большими и малыми грехами. И против шубугат. Против чего, значит, борешься? С бидатами и ширком. А ширк бывает большой, бывает малый. Бывает явный, а бывает скрытый. Пророк Сусам сказал людям, и каким людям это говорит? Людям, среди которых Абу-Бакр, ради Аллаху Тара. Он говорит, ширк среди вас, среди этой уммы более скрыт, чем муравей, который ползет. Субханаллах. То есть подкрадывается к человеку, даже не замечает, что он уже впал в ширк. А когда Абу-Бакр спросил, что делать, пророк Сусам сказал, дуа, который устранит от тебя ширк большой и малый. И потом научил этому известному дуа, который вы все, наверное, знаете, иншаллах. Кто не знает, пусть спросит тех, которые знают. Итак, борьба с чем? С шубугатами, это борьба с нововведениями, борьба с ширком, большим и малым, явным и скрытым. Вот кто ведет вот эту борьбу, тот является муджахидом против сатаны. Это второй вид джихада. Третий вид джихада. Это джихад с лицемерами, четвертый джихад с неверующими. Мы говорили, что джихад с лицемерами или неверующими ведется посредством сердца, посредством языка, посредством действий органов, посредством чего? Имущества. Посредством имущества, да, это очень важный вид джихада. Например, кто-то скажет, как я могу вести джихад посредством имущества? Очень просто. Например, человек на свои деньги, на свои средства купил какие-то книги религиозные. Посредством этих книг осуществляется призыв иудеев и христиан. Или издал какую-то книгу хорошую, призывая иудеев и христиан к свету, к истине, к таухиду, к поклонению их Создателю. Это джихад? Да, это джихад. Конечно. Или распространять какие-то аудиолекции. Это джихад, да, это джихад. Это очень важный вид джихада. Это из важнейших видов джихада, из главных видов джихада вообще. Сегодня особенно. Итак, это виды джихада. И вот здесь, братья, когда мы уже говорим о джихаде, здесь уляма заостряет наше внимание на одном очень важном вопросе. Они говорят, есть люди некоторые, которые занимаются призывом отправляться на джихад в разные страны мира, в разные регионы мира. Что говорят им уляма? Ну, во-первых, в подобных вопросах обязательно и непременно нужно обращаться к кибару уляма, к большим ученым, Потому что это только их компетенция решать такие вопросы. Жизни, смерти, джихада. Почему надо к ним обращаться? Удивительно, люди обращаются к ученым по разным вопросам и доверяют им в очень важных вопросах. Но когда речь идет об этих вопросах, вопросах джихада, почему-то они не хотят спрашивать ученых и не доверяют им. Это удивительно. Ты доверил людям свою акиду этим. Акиду свою ты доверил этим людям, а в этих вопросах ты не доверяешься им. Удивительно. Посмотрите, когда до нас доходят взгляды каких-то крупных ученых по тем или иным вопросам религии, акиды, особенно акиды. Например, мы узнаем
слова Лежна Даима, постоянного комитета ученых по этому вопросу акиды, да? Или слова Ибн База, его мнение по этому вопросу акиды, или слова Шейха Усаймина, или слова Шейха Аль-Альбани, например. Когда до нас доходят их взгляды по этим вопросам, вопросам акиды, мы что делаем? Как правило, мы принимаем это. Почему принимаем? Доверяем и принимаем, потому что эти ученые, они известны всем правильностью своей акиды, приверженностью истине, сунне, правильностью своему манхаджа, они известны. Аллах их прославил этим, приверженностью пути предшественников. Поэтому мы и доверяем, если мы, до нас доходят их слова, какие-то вопросы акиды, мы доверяем этим словам, мы принимаем их. Вот если мы в вопросах акиды, в таком важном, самом главном вопросе, мы доверяем их взглядам и принимаем их взгляды, то почему в таких вопросах, вопросах фикха, к которым относится вот этот вопрос джихада, почему здесь не принимаем? Здесь тем более должны принимать. Тем более, потому что иначе получается, что мы противоречим самим себе, верно или нет? Мы противоречим самим себе. Почему здесь ты не принимаешь? Почему ты в этих вопросах фетв не принимаешь? Ну, просто пример. Человек доверил врачу операцию на сердце, хорошо, и при этом не доверяет ему же, там, не знаю, сделать укольчик или кардиограмму или что-то. То есть как-то удивительно. Противоречит самому себе. Ты доверяешь уляма, а здесь почему не доверяешь? Почему спрашиваешь незнающих людей? Почему спрашиваешь призывающих, которые эмоционально рассказывают? Пусть даже что-то у него есть из знания, но он не относится к большим ученым. Почему ты доверяешься его эмоциям и его красноречию в таком вопросе, как джихад, связан с жизнью, смертью, с пролитием крови и так далее? Так это первое, что мы должны, во-первых, обращаться к кибару уляма, большим ученым в этих вопросах, и им доверять в этих вопросах. Потому что они дальше от ошибки, чем мы все. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фасалю аля зикри ин кунтум ля таалямун». Спросите людей знания, если вы не знаете. Хорошо. Во-вторых, очень важно, джихад – это что? Это айбада, правильно? Это вид поклонения. Это вид поклонения. А всякая айбада, всякий вид поклонения может быть действительным только при наличии определенных для этого айбадата, для этого поклонения, определенных для него религий, условий, шурут, хорошо? Обязательных каких-то предписаний, это ваджибат, соблюдение рукнов, столпов. Правильно? То есть любое поклонение имеет свои шарты, условия. Ваджибаты, обязательные предписания, рукны, столпы, без которых это поклонение будет недействительным. Верно? Или, может быть, это все есть, но присутствует мавания, то есть какие-то препятствующие обстоятельства. Так вот, чтобы поклонение было действительным, должны быть условия, соблюдены ваджибаты, соблюдены рукны, и не должно быть мавания. То есть, что такое мавания? Препятствующих обстоятельств не должно быть для действительности этого поклонения. Ясно? И джиад – такое же поклонение. Если не будет ваджибаты соблюдены, рукны, столпы, шарты, условия, или будут мавания, то есть препятствующие обстоятельства, то поклонение, оно будет несостоятельным, оно будет недействительным. И это все касается, распространяется, конечно же, на джихад тоже. То есть обязательно в отношении джихада должны быть соблюдены условия, обязательные предписания ваджибат, столпы. Если это все есть, джихад правильный, истинный. А если вот что-то отсутствует из этого необходимого, то это несостоятельный и недействительный будет джихад. Вот ведь ты же хочешь, чтобы твой джихад был истинным, а не ложным. Хочешь или нет? Ну, хочешь, чтобы он был истинным, а не чтобы он был несостоятельным. Правильно? Не хочешь, чтобы он был несостоятельным. Это второе. Так джихад, он, как всякое поклонение, имеет свои правила, установленные четко религией. И человек, когда совершает намаз, прежде чем совершить намаз, он идет, совершает вуду, очищается сначала вот на джаз, и потом совершает вуду, правильно? Представьте, человек, ему говоришь, соверши вуду, и обратись к кибле, и потом делай намаз. И он обращается в другую сторону, и делает намаз без вуду, и говорит, ничего, и так пойдет. Ничего, это уляма не знает просто, и так тоже можно. Что скажете по такому человеку? Скажете, джагер или сумасшедший, верно? Как ты без условий намаза делаешь намаз? Недействительный твой намаз. Бесполезный намаз. Почему просить джихада? Это такое же поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. То же самое здесь. Есть свои шуруты, свои условия, ваджибаты, рукны. Из них не будет действительно твой джихад.
Ты хочешь, чтобы он был действительным, тогда соблюдать надо, иначе, иначе бесполезно все это будет. Это второе. Третье. Вот те, которые куда призывают ехать. Разные регионы, разные страны. Куда призывают ехать эти люди. Объявляют о наличии там они шариатского джихада, законного с точки зрения религии джихада, как они говорят. В этих странах, это очень важно, нет одного знамени. То есть нет одной группы. Там много разных знамен, разных направлений. А основой асали, правилом в вопросе джихада является ведение джихада под одним знаменем. Хорошо? Под одним управлением. Человек поедет туда, нет одного управления, нет одного знамени, значит, нет этой основы. И куда он примкнет, и что это будет? И нет этого, этой основы и правила в джихаде, наличие одного знамени. Это третье. Четвертое, что нужно сказать. Человек, который отправляется вот так вот на войну, послушав вот эти громкие эмоциональные призывы, с плачем, со стенаниями и так далее, отправляется на войну, не умея воевать, не зная, с кем вместе будет воевать он вообще. Куда едет, что будет кушать, у кого остановится, с какой там валютой ему придется иметь дело, какую еду будет кушать, там, куда. Вообще, куда он едет, хочется спросить, куда он едет, если он вообще не умеет держать в руках оружие, не знает военного дела, или совсем не знает, или почти не знает, или он собирается там учиться. Если он собирается учиться там, куда едет, это еще одна проблема. Почему? Потому что это земля, земля войны. Это не земля обучения, не земля подготовки. А может, убьют тебя прежде, чем ты туда, чему-то научишься там. Или может, только приедешь, тебя сразу убьют. Это как называется? Это называется бросать себя своими руками к смерти. Аллах Субхану Тааля это запрещает. «Ля тулькобедикум ля талюка» сказано. Не бросайте самих себя своими руками к смерти. Аллах Субхану Тааля это в Коране запрещает. Хорошо? Вот эти вот слова, то, что мы сейчас сказали, не означает, что верующий человек, он не помышляет о возвышении слова Аллаха Субхану Тааля. Что он не должен просить у Всевышнего Аллаха праведной смерти, смерти на его пути, на пути Аллаха Субхану Тааля, просить подлинной шахады. Эти слова не означают это. Верующий, единобожник, мусульманин, да, он просит у Аллаха Субхану Тааля праведного конца. Все мы хотим праведный конец, верно? Никто не хочет неправедного конца. И верующий, он просит шахаду. Да, просит шахаду. Смерть на пути Всевышнего. Шахаду просит. Но какую шахаду хочет верующий? Хочет верующий шахаду истинную, шахаду правильную, а не ложную. Посмотрите, Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Тааля ан, он все время просил, молил Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах даровал ему шахаду на пути Аллаха Субхану Тааля, чтобы умереть шахидом на пути Аллаха Субхану Тааля. И Аллах Субхану Тааля принял его дуа. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, потому что при жизни сказал, что Умар умрет шахидом. Аллах принял дуа Умара. Но где умер Умар? В Медине. В Медине, когда во время намаза на него набросился этот огнепоклонник и нанес ему эти ранения, и он потом умер. То есть он просил всю жизнь, мог ли он сам или кто-то вообще предполагать, что его праведная мученическая смерть, смерть шахида, его шахада, она произойдет не на поле битвы где-то, произойдет где? Произойдет там, в Медине, где он был, где он управлял верующими, заботился о их делах. Он горячо молил Аллах Субхану Тааля об этом, горячо молил. Просил искренне. Так каждый единомышленник просит искренне у Аллаха Субхану Тааля шахада, праведную смерть на его пути. И Умар просил у Аллаха Субхану Тааля шахады, и Аллах даровал ему шахаду. Даровал ему шахаду, причем там, где он находился, в Медине. Очень важный вопрос, братья. В таких вопросах, чтобы не запутаться, себя не бросить в пропасть и других людей не увлечь за собой в эту пропасть. Особенно это я обращаюсь к молодым людям. Но не разговаривайте о таких важных вопросах, связанных с жизнью и смертью, с кровопролитием. Не разговаривайте сами, без знания. Оставьте это вопрос кому? Кибару уляма, еще раз говорю, не просто уляма. Не призывающим, которые громко кричат и плачут и прославились своими такими эмоциональными призывами. Не им, они не решают эти вопросы. Кибару уляма, имамы, имамы времени, они решают эти вопросы только. Они эти умудренные знанием, жизненным опытом люди, эти старцы праведные, хорошо, эти наши отцы в религии, они, которые понимают эти вопросы, они, которые способны поставить правильный акцент и позаботиться об умме, указать ей, стоит или не стоит делать что-то.
По великой милости Аллах Субхана ва Тааля, мы с вами дошли до конца шарха, разъяснения, изучения этой благословенной книги. Книги Саласату Русуль, три основы. Мы просим Аллах Субхана ва Тааля, Всевышнего Аллаха, принять от нас наши деяния. Мы просим у Аллаха Субхана ва Тааля сделать для нас полезным то, что мы изучили. Полезным то, чему Он нас научил, Субхана ва Тааля. Мы просим у Него даровать нам знания, ль-ильм, праведное деяние, амаль. Искренний призыв к Нему, Субхана ва Тааля, и терпение на этом пути, на пути знания, деяния и призыва. Просим Аллах Субхана ва Тааля позволить нам жить в исламе, умереть в имане, в вере. Просим Его укрепить нас при ответе на три вопроса могилы. Просим Аллах Субхана ва Тааля защитить нас от страданий в загробной жизни, от страданий в последней жизни, в судный день. Просим Аллах Субхана ва Тааля рай, просим у Него защиту от адского огня. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. И заканчиваем так, как закончил автор, رحمه الله تعالى, словами: والله أعلم, а Аллаху обо всем ведомо лучше. И да благословит Аллах, приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.